Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Подведомственные мэрии предприятия ждут проверки. Это стало следствием увольнения руководства управляющей компании Ленинского района, получившего при этом золотые парашюты. Об этом распорядился глава администрации Илья Шульгин. Ревизия кадровой документации должна состояться в течение недели в каждом учреждении, на каждом предприятии подведомственном городу. Предстоит изучить условия трудовых контрактов их руководителей. Никаких золотых парашютов и царских преференций в трудовых договорах быть не должно, подчеркнул Шульгин. Гендиректор, исполнительный директор и главный бухгалтер управляющей компании Ленинского района получили при увольнении по инициативе учредителя в общей сложности 2 миллиона рублей. Программа «Экономика». Оборот предприятий Кирова увеличился почти на 6%. Примерно настолько же в прошлом году выросли средние зарплаты на крупных и средних предприятиях города. К этому привела реализация плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, заявляют в мэрии. По ее данным, в 2017 в городскую казну было дополнительно привлечено 38 миллионов рублей как результат работы административной комиссии с должниками по уплате налогов. Также в результате претензионно-исковой работы бюджет пополнил на 54 миллиона рублей. Малый бизнес получил 7 льготных займов на 5 миллионов. 8 субъектов предпринимательства на конкурсной основе получили субсидии по миллиону, а сельхозпредприятиям досталось 220 миллионов рублей. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Весь январь в учебном центре охраны труда можно получить скидки. Там действует акция «В Новый год на легком старте». На дистанционных курсах можно сэкономить до 70%. Кроме того, можно получить дополнительные курсы в подарок и рассрочку оплаты. Экономьте время и деньги при высоком качестве обучения. Подробную информацию можно получить по телефону 58 60 42, оформить заявку на сайте otedifiskirov.ru. Сделать это нужно до конца января. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56.36, евро 68.82. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.